Привет, друзья! Итак, в США ураган Милтон, Европа, во Франции шторм Кирк, наводнение в Африке, а также землетрясение в Крыму сотрясло в Черном море и в Турции. Интересуют такие новости? Тогда поддержи нас лайком и комментарием, это важно. Ну а с вами самый ненаучный канал Saint Show. Итак, начнем с наводнений. В Саудовской Аравии наводнение, а если подробнее, проливные дожди, сильный ветер и грозы вызвали масштабное наводнение в регионе Мекка, Саудовская Аравия, затоплены улицы и дороги. Также пострадали такие регионы, как Восточная провинция, Медина, Асир, Джазан, Аль-Баха, Хаиль и Табук. В Медине ураганный ветер валил столбы, местные власти выпустили предупреждение. На кадрах, которыми делятся в соцсетях, видны затопленные улицы в районе Мекки, где автомобили пробираются через паводковые воды, местами так глубоко, что складывается впечатление, как будто машины плывут. Мужчину унесло в океан во время урагана Милтон в США. Ему удалось спастись, схватившись за холодильник. Береговая охрана США сообщила, что спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике в 48 километрах от побережья. Как отмечает береговая охрана, мужчина пережил порывы ветра в 120-140 км в час, волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь, что просто невероятно. Ну а сейчас небольшая пауза. Мне хотелось бы вас, друзья, от всей души поблагодарить за комментарии, за лайки, за активность на канале и за поддержку донатам, которую сегодня оказали такие люди, как Дмитрий Иванович и один аноним. Огромное спасибо вам за помощь, особенно в такое непростое время. Ну а если вы хотите поддержать нас хоть одним рублем, все ссылки в закрепленном комментарии. Европу накрыло. Ураган Кирк во Франции и Бельгии обрушился на головы местных жителей. Улицы ушли под воду. Во французском департаменте Сена и Марна по-прежнему сохраняется красный уровень опасности наводнений. Из-за урагана без электричества остались порядка 70 тысяч домов. На севере страны затоплены дороги. На первых этажах домов все плавает. Люди по возможности спасают свое имущество. Местные власти заявили, что пик разгула стихии уже позади и на данный момент предстоит ликвидировать последствия. Однако метеорологи не так оптимистичны. И все же ожидают новые осадки и ураганный ветер через 2-3 дня. Африка тоже под водой, а именно в Мали продолжаются наводнения. Стихия затронула 47 тысяч домохозяйств, а это примерно 260 тысяч человек. Наводнение разрушило множество жилых домов. Также от стихийного бедствия досталось школам и объектам инфраструктуры. Специалисты видят причины разрушительных наводнений в глобальных климатических переменах. Как отмечает малийский премьер-министр Чогель Какала Маига, основная проблема – это голод. Ситуация с которым на фоне наводнений лишь становится все сложнее и сложнее, и выхода пока что не видно. Ущерб от урагана Милтон в США составил около 50 миллиардов. Как говорят эксперты, это пока что предварительные подсчеты. Байден отметил, что на данный момент власти уделяют основное внимание восстановлению электроснабжения во Флориде. Ну а следующая задача – это разбор завалов. Напомним, Милтон, будучи ураганом третьей категории, обрушился на западное побережье Флориды, недалеко от Сиеста Ки. Порывы ветра достигали 193 км в час. В целом не рекорд, однако ураган во Флориде вызвал ливни, и как итог, из-за осадков начались наводнения. Также по штату прошлись не менее 20 торнадо. Около 3,3 миллионов человек в штате остались без электричества. Отметим, что крокодилы, вытесненные из своей среды обитания ураганом Милтон, появились на улицах и в домах Флориды. Власти тут же выпустили предупреждение и попросили людей не трогать их руками и держаться на расстоянии. Т
Сильные дожди вызвали потоп в пустыне Сахара. Невероятно и, главное, неожиданно. Именно так охарактеризовали в СМИ чрезвычайно редкие осадки, которые обрушились в одном из самых засушливых мест на Земле – пустыне Сахара. Продолжительные сильные дожди вызвали самый настоящий потоп, оставив после себя голубые лагуны воды среди пальм и песчаных дюн пустыни. Смотрится это красиво и очень необычно. Рекордные 100 мм дождя всего за 2 часа – выпало в Тагуните, населенном пункте примерно в 450 километрах к югу от столицы Рабата. Ситуацию усугубляет то, что в зону подтопления попали в том числе районы, которые пострадали от землетрясения. У берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение в Турции произошло в Черном море, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 154 километрах от города Зангулдак. Очаг располагался на глубине 10 километров. Это уже второе сейсмособытие в этом районе такой силы за последние 7 дней. Отметим, что у берегов Крыма тоже произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом на своем сайте пишет Крымское информационное агентство. Эпицентр толчков в Черном море пришелся на северо-запад Турции. Это то, о котором мы рассказывали выше. В целом жители Крыма толчков не почувствовали, однако приборы очень даже. От побережья Крыма толчки ощущались на удалении. Ну а на сейсмостанции Симферополь уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в 10:16 в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Что скажете, друзья, природные катаклизмы все чаще, а что же дальше? Проснется ли Йеллоустоун или, может, землетрясение сотрясет Японию или США? Пишите ваши варианты и не болейте. Всех благ!